Давай. Что ты хочешь делать? Кушать не хочешь? Пить не хочешь? Спать не хочешь? Учиться хочешь? Тоже не хочешь? Все не хочет? Ну давай. Бегать хочешь? Давай, давай будем бегать. Давай побегаем. Я знаю, что ты хорошо бегаешь. Будешь бежать длинную дистанцию или короткую? Длинную хочешь? Ну давай длинную. Внимание. Марш! Так, хорошо. Кожа, бег мягенький, скажем так, ну, по всей дистанции равномерный. А вот тут вот покороче, давай пробеги быстрее. Вот тут вот у тебя будет мяч. Вот тут у тебя ракетка, потому что короче, давай, внимание, не внимание, марш, да, хорошо, ну давай, брось мяч, разомни руку, возьми мячи, давай мне ракетку, чтобы она тебе не мешала, и не бегай, спокойно, бери мяч, да, хорошенько разомнись, бери мяч, давай, куда ты добросишь? Перекинешь через сетку мяч? А? Как ты думаешь? До сетки. До сетки, да? Ну давай, я тоже думаю, где-то до сетки ты добросишь. А ну давай. Отлично, почти. Ну давай еще вторую попытку. Вот он почти. Ну давай, еще третья попытка. Отлично. Хорошо, давай двумя ногами вперед прыгни с места. Вот так, вот так. И отличный прыжок. Прыжок просто отличный. Ну давай еще раз. Полети вперед. Хорошенько. Отлично. Вот единственное, кто рот открывает. Все с закрытым ртом. Она... У нее рот открыт, это хорошо. Ну что, поиграем с тобой во вратарский? Дай мне мяч. Давай во вратарский. Ты знаешь, что мяч горячий, в руках его держать нельзя, но поймать нужно, чтобы он не упал. Ты ко мне не подходи, я сам к тебе подойду, если надо. Ну давай. Оп, ну. Давай, бросай. Оп. Лови, бросай. Оп! Вот он, лови, 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 лови его. Давай, бросай. Так, раз, лови. Не за... Сейчас закрыла глазки. Давай, бросай мне. Так, раз. Так, лови. Смотришь не на мяч, на мяч. Все время на мяч смотри, давай. Так. Ну, а что руки растопырила? Наоборот, хватай мяч. Так. Вот он, так, вот он, ну, доставай мяч, вот он, так, так, вот он, так, хорошо. Ну, теперь отдыхай, дыши, дыши открытым ртом, восстанавливай дыхание и бери ракетку. Теперь самое главное. Давай, поехали. Так. Бьет по мячу центром ракетки, чувство мяча есть. Смотри, стоп. Все очень хорошо. И справа, и слева, только немножко тянется. Вот это вот тянется немножко. А ну еще раз смотрим справа. Смотри. Слева отлично. Так, стоп. Значит,
смотри, ты должна бить по мячу, когда ты видишь, что мяч к тебе приближается, и не ждать, что он приблизится сюда, а вот там, когда он вот так вперед маши, вот так маши ручкой с ракеты, впереди себя, давай, замах, удар, так, отлично, еще раз замах, удар, о, не опаздывай, замах, удар, отлично, замах, удар, опоздала чуть, замах, удар, так, стоп, 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 останови дыхание, еще, еще, замах, удар, отлично, еще, замах, удар, а чего, смотри, а чего ты к нему идешь, ты им ракеткой маши, ракеткой, не надо головой туда идти на мяч, нужно ракеткой послать. Сначала идет ракетка, а потом ты уже за ракеткой. Ракеткой. Вот так. Еще. Так. 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 Смотрите, еще раз учим, учим обязательно, чтобы мы под мячик, подводя ракетку, потом подымали его, подкручивая, подымали его снизу, подкручивая, подымали его и заканчивали удар. Еще раз заканчивали удар, сама сейчас имитирую, заканчиваю удар, сама. Нет, ты бросила ракетку, смотри, нужно в момент удара поднять. А ну еще. Нет, ты туда ее пустила. Смотри, ты сделала вот так сюда. Нет, она нужно поднять. Так, вот сейчас хорошо. А ну попытайся ей ударить так. Хорошо, смотрим. Хорошо, еще раз имитируй, имитируй пока. Так, ну и ударь так. Отлично, поняла меня. Так, хорошо. Хорошо. То же самое слева. Покажи, как ты бьешь. Сделай то же самое. Так, просто опустила еще раз. Смотри. Вот ты делаешь замах. Подведи сюда ракету. Подними ее туда. Подведи сюда ракету. Подними ее туда. Ну еще. Так, так, влево, отлично, последний удар, так, хорошо, молодец, так, отлично, не опаздывай, только бей впереди себя, раньше замах делай, раньше готовься, раньше замах делай, еще. Хорошо. Хорошо. Так. Отлично. Чтобы не было точечных ударов. Отлично. Стоп. С лета устала? Сильно? Так да или нет? Ты да и нет. Ну дыши, дыши. С лета умеешь? Чуть-чуть или хорошо? Хорошо умеешь? Или чуть-чуть? А ну покажи, что значит хорошо. Давай. Так, ну давай. Так. Подойди ближе к сетке. Вот стоп вот здесь. И старайся, когда летит мяч слета, сделать замах и пойти на мяч. Сделать замах и пойти на мяч. А ну.
Выше. Достаточно. Влево. Так. Ну, на центр попадает, это уже хорошо. Просто мает. Стоп. Подача. Подачу умеешь? А? Ну, давай. Попробуем подачу. Проимитируй. Ну давай, попробуй. Забыла ударить. Ну еще раз. Давай. Так. Ну еще попробуем. Так, что-то есть. Что-то такое есть. Тебе сколько лет? 6? Было или было? Сейчас уже было? Когда? Сейчас будет? Сейчас. Сегодня? Нет. У тебя же был день рождения. 24 августа. 24 августа день рождения? И сколько будете? 7. Так ты в школу уже пойдешь? Так ты уже старая? Нет? Молодая? Молодуха? Ну давай, давай еще раз. Попади по мячу. Вот так, молодец. Достаточно. Значит, мяч чувствует, попадает центром, это уже хорошо. И работать. Справа, скажем так, уже почти у нее это есть чувство. Вот это. Слева редко. Но лучше намного, чем справа. Это естественно, все то, что двумя руками лучше. А все остальное нужно идти. Подача, все, и пока она маленькая, все сложно это, но ничего. Скажи, маленькая да удаленькая. Да? Все, пока, будь здорова. Хорошо. Если вопросов нет, всего доброго.